Всем привет, и сегодня мы опять играем в Dead by Daylight. Сегодня мы сыграем опять за выжившего. И возьмем из испытаний прятаться от убийцы. И возьмем, я думаю, что-нибудь из снаряжения. Например, предмет какой-нибудь. Изношенные инструменты, чтобы чинить генераторы чуточку быстрее. Возьмем подношение, чтобы очков крови было больше. Вот, например, для храбрости. И будем играть. Игра загрузилась довольно-таки быстро. Будем нажимать готов и ждать уже непосредственно подношений. Загрузилась игра, сейчас посмотрим на подношение. Так. Только я взял подношение. Ладно. Игра против клоуна. Вот это интересно. Что ж. Я играл против него только пару раз, поэтому будет интересно посмотреть, что он из себя непосредственно уже представляет. Обитель матери. Красный лес. И сразу нас встречает здесь вот такой вот дурачок, который взял этот самый «Без сожаления». Я вообще не представляю, кто берет «Без сожаления». Так он еще и стоит и ничего не делает. Придется одному генератор делать. Надеюсь, когда клоун придет, он заберет именно его, а не меня. А, нет, он куда-то побежал. Походу, он что-то знает. Или нет? Не, ну вряд ли. Погибель. Он меня заметил. Отлично. Опа, ускорение. Бежим от него или не... А, нет, не нужно. У него еще и погибели. Он там Дэвида кошмарит. Может быть, он добрый, потому что он его что-то не ударил. Или... Нет, он не добрый. Это определенно. А может быть... Ой-ой-ой, а если у него этот аддон на ваншот после ударом бутылкой? Возможно, это поэтому он пытался в меня попасть и не бил сразу. Так, а тут тотема нету, да? Так, ну я хочу в подвал. Я, кстати, не брал тулбокс, я решил, что это будет лишнее. Потому что у меня нужно прятаться. Или он выпустил, или он добрый. Я даже не знаю. Ой, это ключ. Вернее сказать, кусок ключа. Не знаю, он пока никого не убьет, может быть. Он не знаю, я не хочу, честно говоря, ему сразу вот так вот доверять. Лучше я генератор поделаю. Потому что у него погибель. Или все-таки пойти посмотреть. Не знаю, дед здесь, он вроде... Он никого еще вроде не убил. Он там кошмарит Мэг. Он там всех вообще решил закошмарить. Может быть, спрятаться где-то возле него, чтобы выполнить задание. Он, в общем-то, вроде не жесткий. Почему бы и нет? Я думаю, так и поступлю. Сейчас только генератор доделаем. Дед, мне кажется, тоже ему доверяет. Или у него на самом деле аддон? Сейчас посмотрю. Вон эти бутылки, он там кошмарит. Ну, сейчас посмотрим, он будет что-то делать. Нет, пошел куда-то. Куда он пошел? Ну ладно, у меня в принципе ключ есть. Может быть, тут будет радужный ключ? Нет, тут хилка. Пошел наверх, он. Интересно, он меня видел?
Ой. На самом деле, возможно, у него... Возможно, я не знаю даже. Не знаю, он меня не бьет почему-то. Возможно, у него на самом деле этот аддон. Он бы меня тогда сейчас ударил, наверное. Он вроде... А он вроде не бьет. Кидай их куда-то во все стороны. Может, он что-то знает? Пошел куда-то. Какой-то он странный. Ну ладно, будем тогда бегать вот так вот. Ну поломал палец. Чё на этими бутылками кидается? Он в меня попал, он меня будет бить сейчас? А, у него задание, походу, он не собирается никого, наверное, убивать. Но зато мне эмблему, наверное, дадут. За то, что я бегал от него. Может быть, у него на самом деле задание какое-то. Мы что-то вокруг него кружимся. А ну-ка, я сейчас выполню здание, я спрячусь от него. Главное, чтобы он меня только не прибил. Вот я спрятался. Сейчас нужно выполнить задание. Он тут близко. Куда пошел? Не знаю даже. Теперь он меня нашел. Ну-ка, я от него спрячусь. Ой, он убежал. Нужно быстрее за ним бежать. Я на деда это приземлился. Куда пошел? Мне задание нужно, остановись. Где он? Он исчез? Где он? В смысле, а погибель разве не... А у него двойная порча? А где он? Сейчас... понятно. Сейчас по дыму нужно найти. Возможно, у него... Возможно, не знаю. Может быть, у него наед? Ну и где он? Взял, ушел куда-то. А, вон он. Там дымок. Быстрее туда. Все туда бегут. Какая-то... Что это за крест? На экране. Не заводите ген. Я задание еще не выполнил. Хавался. Он меня нас рассекретили. Я не знаю, где он бегает. А вот он. Он тут бутылками этими кидается бесконечно. Я куда пошел? Ah!
все-таки замедляю сильно. Ой-ой-ой. Как вштырило. Прячемся. Куда пошел? А, он к воротам пошел. Не-не-не-не-не, чувак, мне еще нужно это самое, выполнить задание. Это куда это? Дымок расселся. Где ворота, я не увидел. Ладно, бежим тогда. Быстрее бежим. Зачем открыл? А, это он открыл? Но мне задание нужно выполнить. Поэтому я тут посижу. Этот ключ в руке странно отображается. Он вроде поломанный, но он вроде целый. Что там происходит? Ну да, зато, наверное, я выполню задание. Повезло, что попался. Такой вот. Он меня увидел? Куда он ушел? Стой! Стой! Остановись! Остановись! Мне бы... Покиваем ему. Я, наверное, пойду уже, а то так штырит, что аж плохо. Вот так сделаем. Так, все. Во, хитанул меня. И то хорошо. Так, что мы получили? Сейчас посмотрим. Дали всего... Ну да. Я от него прятался. Хаваусе. 2 минуты. 25 дали вместе с бонусом. Одну только... Хотя почти 2. Ну, доброжелательно. Ну, потому что ничего не делал. Сломанный ключ взял. Украл. 500 дали за... Почти 600 дали за матч. И, наверное, что еще? Ну да, 1000 за первый матч за сегодня. А куда делся шарф? Я, конечно, извиняюсь, но куда делся шарф? У него было барбекю чили. А, благоволение крови ему сломали. Чуткий слух и погибель. Ну и какая-то бутылка для вечеринки. Зачем она? Оставляют волочка в глазах. Выжившего вы прерываете его действия и получите... Он очки в крови фармил, тогда понятно. Ну да, он, собственно, много получил. Ладно, вот такая вот игра у нас сегодня получилась за выжившего. Попался нам, может и не добрый, но клон, который хотел пофармить. Это достаточно неплохо, выполнили задание. Так что результат за сегодня хороший, я считаю. Но мы с вами ненадолго прощаемся. Всем пока!